студия 989. Разногласия между США и Республикой Китай нарастают по мере выдвижения новых обвинений к правительству США. Кто же позволил продать новейшие американские технологии несуществующей фирме в Хиланджайн? Другие новости. Мы ведем прямую трансляцию из зала для прессы в Белом доме, где пресс-секретарь Винс Ханден дает комментарии о ракетном инциденте в Казахстане. Как уже известно многим из вас, 4 часа назад над Казахстаном была подорвана ракета с атомной боеголовкой. Правительство Казахстана уверяет нас, что это был непреднамеренный запуск, и что ракета была уничтожена с соблюдением всех мер предосторожности. Расследование уже проводится. Весь район был оцеплен, чтобы предотвратить возможное заражение. Местная пресса сообщает, что принимаются меры предосторожности. Ну и новости, ребята. Агентство не любит засвечиваться, выполняя свои задания. Если действовать как мы, то это привлечет намного больше внимания. Контрабандисты используют легкие авиаветки, а не транспортные самолеты. На эту гравийную дорогу, которую вы называете взлетной полосой, нельзя посадить ничего большого. У нас нет выбора, мы будем на месте через 16 часов. Гейб, это транспорт. Ченс, иди на полосу, транспорт должен быть готов через полчаса. Понял, я уже там. Лиан, ты в порядке? Что-то не похоже на то. Я поправлюсь, только подготовьте посадочную полосу. Тереза, вся надежда только на тебя. Я не подведу, конец связи. Что это? Я нашел мейнфрейм с архивами Фаркома. И личными файлами Фейгана. Гейб? У транспорта есть эскорт. Два Блэк Хока, идущих в бесшумном режиме. Это Морган и Фалкон. Понял, конец связи. Она во втором ангаре. Фалкон, возьми второй взвод и схвати ее. Первый взвод. Захватите Логана и диски. Только газовые гранаты. Они нужны нам живыми. Томпсон, уведи этих ребят отсюда. Отойди к ангару и жди. Я скоро приду. Выполняю. А я подожду Григорова. Рамирес, отнеси эти диски в хранилище. Я просигналю, когда полоса будет свободна. Лиан? Лиан, ответь. Это она? Да, мы нашли ее. Нет, Логан все еще жив. Русские уже здесь. У нас нет времени. Займемся Логаном попозже. Оттащите эти машины. Аэродром должен быть чист. Вот так. Теперь все под замком. Логан, ты спрашивал об этом. Мы не очень поздно. Они увели ее. Очень жаль. Мы были хорошими друзьями. Они убьют ее. Пока у меня есть диски, агентство не тронет ее. Казаки уже в пути. Ты должен уйти, прежде чем они появятся. Я тебя не видел. Понятно. Ладно, Ченс. Пойдем.